слишком много стал понимать. Имея в виду, если на то пошло, то с моей матерью мы тогда еще не были знакомы. Ты что ли, брат? Да, Ниночка.
лице. А вы что думали? По-моему, вы жулики. Ира! А что, похоже? Да, похоже, рассказывай. А мы послушаем. На твоем месте я обиделся и ушел прямо сейчас. Об отце? Я узнал совсем недавно. Мою мать зовут Галина Александровна. С отцом они встречались под 1000. 40. 940. В 5-м году. Вы мама! Ну обнимите же! Я рад, сестренка. Очень рад. Да, очень трогательно. А предлагаю порадоваться. Ты как, сынок? Я? Да при чем здесь ты? Это просто необходимо. Вот теперь я вижу, ты похожа. Так, встаньте-ка рядом. И так видно, что похоже. Товарищи, за вас! За вашу... Потом важно, а после поднялся, затем я... Но если ты думаешь, что твой отец попрощался с идеалами своей юности, то ты ошибаешься. И каждый должен бороться в силу своих первых возможностей. А ты как относишься к музыке? Я? Почему же? Это хорошее занятие. Вот-вот. Я должен закончить одно произведение. Там у меня вот все, что человечество. Да, из Нипа. Я это, хотел тебя спросить. Ты спрашиваешь его? Боже мой. Тяжелые времена. Разве можно их забыть? Черника. Десна, каштан. А ты знаешь эту мастерскую на углу? Ну это швейную? Ну еще бы. Вот-вот. Там она и работала. Она сейчас директор швейной фабрики. Представляет. И что она все такая же веселая? Все говорят, что она не изменилась. Вот как. И что она не замужем? Нет. Мы с ней вдвоем. Я прошу. Вот как. А ведь она... Она осталась не одна. Как видите. Да. Что и говорить. Но почему она столько лет молчала? Я же говорю, она гордая женщина. Кто мой отец? С этим вопросом я приставал к ней с тех пор, как научился говорить. Тебе действительно хотелось меня найти? Разыскать тебя я поклялся еще пионером. Верный мать, а ведь в сущности ты должен меня ненавидеть. Ненавидеть вас, тебя. Что ты, пап, разве можно тебя ненавидеть?